А что с тобой? Подождите, дискотека открывается совсем скоро. Правда, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня со мной провели этот вечер. Спасибо, Оксана, спасибо всем вам. Вить, спасибо тебе большое за звук. Аленка, спасибо за поддержку. Спасибо всем вам, спасибо. Вы замечательные. И я вообще бы понадеялся на то, что наши встречи будут, что они будут проходить с завидной регулярностью. Не особенно часто, но так, чтобы успевать соскучиться и вновь встречаться. Да? Я вам сегодня многое рассказал, но многое не рассказал. Многое спел, но многое не спел. Поэтому у нас, в принципе, есть еще часа 3-4. Но в следующий раз, да, вообще лучше. Песня называется «Шалтай-болтай». Вот эта песня дала, кстати, строчка из этой песни дала название нашему как раз новому альбому. Если у вас есть возможность и желание, интерес, то вы можете этот альбом найти в сети. Можно так послушать, можно скачать, купить, можно бесплатно, там, как угодно. Называется альбом «Впереди Китай». Это самая лучшая на сегодняшний день моя работа. Не только моя, многих еще других музыкантов, ну, в общем... Мы этой работой гордимся, действительно. И вот эта песня, значит, «Шалтай-болтай». Я однажды, опять про Америку, ну и ладно, бог с ней. Все равно я же про наших рассказываю. Мы же там для наших поем в основном. А тут произошло такое, что пришли американцы. И из наших было двое, собственно, хозяев дома. А остальные были американцы. Им надо было как-то... Ну, какие-то хотя бы маленькие резюме, ремарочки такие давать, чтобы они понимали, о чем будет песня следующая и так далее. А как рассказать, о чем песня? Это вообще очень тяжело, потому что песня – это же скорее такое чувственное понятие, нежели смысловое. И если какие-то песни можно еще объяснить, то вот песню «Шалтай-болтай», написанную, собственно говоря, обо мне, я, конечно, никак объяснить не мог. Ну, я им сказал о том, что вот представьте, что это яйцо, значит, оно скатилось с Кремлевской стены и покатилось в сторону Дальнего Востока. Вот, а дальше все равно они ничего не понимают, что я там пою. Какая им разница?
как солнце с руки. Ну посмотри в эту воду, и ты увидишь себя на дне этой реки. Шалтай-болтай, большое, дорогие друзья. Вы знаете, у меня есть к вам в таком случае тоже маленькая просьба. Сейчас гитару поставлю. Значит, смотрите, я обычно, вот когда такие замечательные вечера у меня случаются, в конце прошу, значит, людей, пришедших на концерт, сделать вид, что никогда лучше в своей жизни они ничего не слышали. И очень громко, крича и аплодируя, выражать свою благодарность. Я потом показываю в Хардинову. И говорю, смотри, парень, у тебя такого нет. Ну, на самом деле я шучу, я на самом деле потом просто пересматриваю и наполняюсь вот этой любовью, которую я получаю и которую я отдаю. Так что, если можно, то на счет три... Но мы сейчас... все равно показываешь, ну, да? Ну, естественно. На счет три, пожалуйста, выразите, пожалуйста, свою любовь и благодарность. Раз, два, три! Спасибо, Олгинс! Спасибо большое, друзья! До новых встреч! Украдинов упадет!